Стать настоящей волшебной феей или добрым Дедушкой Морозом для особенных детишек может каждый, кто придет и положит волшебный подарок под вечно зеленую чудо-елочку. Ежегодная акция «Чудо-елочка» осуществляет мечты детишек, которым особенно нужны внимание и поддержка. Порой самое небольшое доброе дело и отношение вознаграждается детской улыбкой и радостным смехом. Ведь это самое настоящее счастье – получить заветный подарок. Ежегодно мы эту акцию проводим с детским садом «Росинка» компенсационного вида. Вот. И также с организацией «Дети солнца и дождя». Написано в этом году 92 письма. Все они от воспитанников детсада и тех, кто находится под опекой организации «Дети солнца и дождя». Дарить мы их будем в середине или в конце января, потому что сейчас проходит акция под Рождество, под Новый год, когда действительно в торговых центрах много народа, они могут приобрести эти подарки, а нам нужно будет также где-то недели-полторы, чтобы докупить эти подарки, и потом мы их вручаем. Посетители торговых центров «Ладья» и «Кэмп» могут подойти к чудо-елочке, взяв свиток с написанным желанием ребенка, приобрести подарок или просто оказать материальную поддержку для покупки желанного презента. Если нет возможности помочь подарком, то люди там могут оставить какое-то там финансовое пожертвование, на которое мы в дальнейшем закупим оставшиеся подарки. Около чудо-елочки дежурят волонтеры, которые расскажут об акции подробно. Для них участие – это тоже своего рода дело важное. Мне как-то становится на душе тепло, то, что я делаю как-то мир лучше, и я помогаю детям. Взяв свиток с пожеланием от малыша, любой посетитель может приобрести подарок. Причем совсем не обязательно в точности следовать пожеланию. Достаточно даже купить что-то похожее. Так многодетная мама Татьяна не в первый год участвует в новогодней благотворительной акции. На этот раз она вместе с сыном по традиции решила стать той, кто осуществляет мечту. Ребенок попросил паровозик «Хогвартс». Но, к сожалению, его здесь не удалось, так как возможностей больше нет. Но постарались найти нечто похожее, паровозики. Если есть маленькая хоть возможность делать друг другу что-то хорошее, то это замечательно, тогда люди становятся счастливее. А когда тебя окружают счастливые люди, то и, соответственно, ты становишься хоть капельку, но счастливее, радостнее. Так акция «Чудо-елочка» поможет всем участникам и, конечно, детишкам стать чуть добрее, счастливее и духовно богаче. Лилия Тимиева, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».